Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся во Владимире. Вторая лига приветствует вас и приглашает посмотреть матч между командами «Торпедо Владимир» и «Динамо Вологда». Они есть, и они, самое главное, слышны. Ну, а мы начинаем этот матч. И, конечно, пару слов необходимо сказать о турнирной ситуации. Знаем эту команду Владимирского «Торпедо». Тоже определенные проблемы были, но сейчас все в порядке. И удар по воротам. И «Динамо» ошибается в передаче. Может контратак получиться. Хохлов. Хороший пас и выход на вратаря. Удар по воротам. Лобанов. Ну а пока «Торпедо» идет вперед. И шанс. Хохлов. Какой прострел. И как же близко было. Пробивал Родионов. Но не получилось завершить в этом эпизоде. 0 дома. В гостях Чертанова сыграли 2-2. Обыграли Муром. 3-2. Хороший момент. И удар выше. Точно. И тут же перехват Родионов. Можно и пробить. Удар по воротам. Но в створ. Делает этот Краснов и по воротам пробивает. Да, от Саса ждали передачу. Момент. Момент-то хороший, удар по воротам. И как не забивает. Как не забивает в этом эпизоде. Разобрались. Еще момент. Удар по воротам. Далиев наносил. Таку через пас. Хохлов. Не можно пробить. Удар по воротам от Далиева. А вот еще один шанс. Дэнни Далиев. И сразу как оживляются трибуны. Здесь, конечно, мог попадать. Хохлов. Передача. И Далиев. Дает Далиев на средней высоте. Удар по воротам. Добивание. Мяч влетает в сетку. 1-0. «Торпедо» выходит вперед и забивает Сас. Забивает Максим Сас после розыгрыша углового. 87-я минута. Даже Артем Смирнов прибежал поздравить. Нашим соперником будет футбольный клуб «Торпедо 2 Москва». 18-0. Это карточка. В городе Муроме состоится матч «Фонгард Кубка России по футболу». И красный. Максим Киров получает вторую желтую. А это значит, он удален. Хорошо вышел Далиев, у него и у самого. И вот так вышел, вот так вышел. Подал и точно на Сударикова. Никита забивает. Все-таки сработала замена еще в первом тайме, которую сделал главный «Торпедо». Поздравляет Смирнов в традиции. Ее направить. А вот так. Хороший удар. Где же «Динамо» было раньше с подобными эпизодами? Весьма неплохой плотный выстрел Долгова. Посматривает уже на часы и дает свисток. Судья, ну что ж, «Торпедовцы» обыграли «Динамо» со счетом 2-0, забив в концовке 2 гола. Отличились Сас и Судариков.